Удаление за блокировку. Любопытный момент. Без повтора, честно говоря, не могу разобраться. Не знаю, если ты видел. Гол! Я увидел гол! Вот это. Вот это да! 3-2 становится счет. Как же зашла эта шайба! То есть вот, смотрите, Салават пошел туда, Панин, да, он поехал на пятак Марченко, не откинул шайбу, а потом вот то ли Рафиков попадает в Панина, и от ноги Панина шайба влетает в ворота. В общем, так, вот, Марченко, видите, раз, ну, сам не выкинул, а потом мы и получили.